Не снимай, да? Все снимаю. Всем привет! Это обзор небольшой такой вот большого скетчбука. Я не знаю, какая это часть, потом посмотрю. В общем, я его уже закончила, как же, боже, глаза светит. Вот. Я его уже давно закончила, но еще не даже не закончила, ну, допустим. Я его начала 4 января этого года. Я в тенечек. Веду, глаза светит уже. У меня тут очень сильно отпадали листы. Это, честно говорю, это я спрессовывала скетчбук моей сестры. Девочка, да. Такая вот девочка. Вот. И тут у меня вот крысь. И тут вот луна. Вот. И кися солнышко. Это кися солнышко и полуна. А, и сзади вот такое окошко. А, и вот такой вот изюмба. Это единственный рисунок, который у меня не отпадал и не отпадает. Это две кошки. Вот. Это кошка и котосолнышко. Самый первый рисунок с котосолнышком. Это кошка, девочка и кошечка. Мне было лень рисовать второй глаз, поэтому тут повязка. В общем, вот. Это котосолнышко, на это не смотрите. Вот. А, вот так. Это мы играли с сестрой демон и ангел. Не знаю, что мне нравится, это вот это и вот это. Короче, смотрите, это был референс на две странички. Фокусируйся. Вот. И у меня одна часть оторвалась. Это я дожал. Это кошка и какой-то цыпленок. Этот скетчбук мне, кстати, дарили, не помню кто, честно говоря, но это такая девочка. Она самая прикольная в этом скетчбуке. Это тоже я дожал. Я его вырву, потому что надо. Вот. Том. Это скетч. Чи. Бабочек. А и вот вторая часть этого референса. Это я дожал. Я его назвала пони, не знаю почему. Ну, пусть будет пони. Это я не знала, что мне рисовать. И нарисовала какое-то говно. Это какая-то кошка. Я тогда думала, что, блин, я рисую одних. Мужик прошел под окном. Я думала, что я рисовала одних драконов, и я нарисовала кота. Там мужик в окне ходит. Это я учила английский. Мама меня за это поругала. Она сказала, что за полуголая женщина, она не полуголая. Допустим. Это девочка. Она мне очень нравится. Просто какая-то девочка. Я ее вырву, возьму себе. Так. Это был такой челлендж, короче. Сколько там-то дней рисуй, типа, это. По теме, вот. Это 1 января. Мучение. Вот так. Фокусируйся. Вот. Ну, я не знаю, я хотела сделать персонажка, но теперь нет.
Это тема страх 2 февраля. Февраль? То есть вы хотите сказать, что это февраль тоже? Ладно, допустим, вот, это фиалка, но это не фиалка, это Джинни, Чибик, тупой, вот. Написано, Осака, я в депрессии, помоги. Вот, мне нравится эта рожа, вот это, не знаю, вот, вот такие чибики. Там, по-моему, ничего нету. Там ничего нету. Вот. Это все, что я хотела показать. Вот. Но половину листов просто... Я не знаю, где они. И плюс... Но я тут не сильно люблю рисовать, что листы опадают. Вот. Сейчас будет еще это... Еще обзор на... Наполовину обзор. На мой еще один скетчбук. Так, обзор на еще один мой скетчбук. Тут уже более-менее все нормальное, ничего не это, все нормально. Вот. Тут я даже рисую, там тут еще осталось, ой, еще остались листочки. Вот. Но я только половину покажу, не хочу вам показывать половину нормальную. Покажу кринжулю. Вот. Простите, моя сестра смотрит чата из ада. Бридж, да. Я, наверное, пойду на пол. Вот. Это дракон. Вот. А, начало. Точно, начало. 21 января этого года. Конец конца нету. Закончу в феврале. Да. Ой. Это две кошки. Это была, по-моему, первая. Потом это вот вторая. Лапы офигенные. Голова еще круче. Вот. Это лапа чья-то. Похоже на лапу Джинни моей и старой. Другой Джинни. Другой. Вот. Это кот, который хочет съесть рыбку. Это уже школа пошла. Это котик. Не знаю, какой это котик. А вот это вот, это кошка, которая вздыхает. Она такая ужасная. Просто ужас. Тут написано, он мой милый татарис, я его доярочка. Мазите на его избавляя парочка. Вот. Это гифт Кузи. У меня рука трясется. Ну, за, ну, так скажем. Она напомнила то, что я должна гифт написать. Это слизняки себя показывают на математику.